я... Ну, что? Ну, просто скажите, почему не ходите-то? Вы не верите в них или что? Нет, почему? Верю, просто некогда. А, нет, вообще вот 19-го пойду. Сейчас просто у меня... сейчас 17-го, 18-го, 19-го. Три дня. Ну, работала пока. 19-го пойду. Ну, чтобы сдерживали свои обещания. То, что говорят, должны сделать. Сами конечно, хожу. А каким, на ваш взгляд, самым главным свойством должен обладать кандидат депутат? Он должен быть верующим человеком, православным, раз в России живет. А значит, и все, что свойственно православному человеку, совесть, и, не знаю, ну, он должен быть честным. Он должен болеть душой и сердцем за нашу Россию, за наш именно народ. Будущее страны называть. И, так сказать, ну... свое благосостояние, по сути, свое благосостояние беспокоится. Как будет завтра, неизвестно. Потому что я все пережил. Я 44-го года рождения, я знаю, что такое послевоенное детство было, как все прочее. Поэтому я хочу, чтобы все было хорошо. По вашему мнению, каким самым главным свойством должен обладать кандидат депутаты, чтобы вы его выбрали? Каким он должен быть? Во всяком случае, как вам сказать, ну, какой-то... экономически образованный, будь хорошо, деловым человеком, ну и, как говорится, патриотом своей родины. Вот и все. Именно патриотом, чтобы беспокоиться о нуждах граждан. По каким критериям вы бы выбирали? Самое главное. Честность, трудолюбие, чтобы помогал людям, несмотря ни на что. Ну, это, да, самое главное. Несмотря ни на свои какие-то принципы, не знаю. То есть, чтобы любил народ? Ну, наверное, все-таки где-то более молодых выбираю. Молодых и перспективных к власти, чтобы пришли. А не вот уже засидевшиеся, застаревшие. Надеемся, что от нас что-то зависит. Спасибо. Каким самым главным свойством должен обладать кандидат депутата, чтобы вы его выбрали? Честным быть. Все равно поставят того, кому им удобнее. И все. Вот и нужны. Только это надо тогда всю власть пересажать сначала. Вон, как раньше, в Сибирь посылали, вот здесь у нас Сталина нету. Но, возможно, что-то изменится все-таки в нашей жизни. Дело в том, что сейчас мало у этих людей честности. Наверное, в этот раз и не пойду. Нет, да? А почему? Причины какие? Я думаю, что там уже все решено за нас. А я считаю, что человек должен быть дело, а не слово. Идем голосуем, потому что надо. Хорошо, скажите тогда, на ваш личный взгляд, какое самое главное свойство должно быть у кандидата? Самое главное. Самое главное, чтобы было за народ, за людей было, чтобы все ради людей делалось. На выборы надо ходить, надо свое мнение и точку зрения ставить. Голосовать, я не скажу, за кого буду голосовать, но я скажу, это нужно. Потому что у нас государство, вот мы все ее хаим, но ведь иной раз бывает, что государство тоже что-то делает. Вы понимаете? Из этого надо выбирать момент и выбирать за того человека, который уже можно голосовать. А у меня есть такой человек, за которого я бы всегда голосовала. И нужно голосовать. Для чего? Для чего? Ну, чтобы улучшить. Самое нужное качество депутату какое? Порядочность, наверное. В какой-то степени от тебя зависит твой голос, да? Ты отдал за одного кандидата, ты знаешь, куда пойдет твой голос. А если ты не пойдешь на выборы, твой голос, считай, пустой, свободный, и куда он уйдет, это неизвестно. Да, вот если вы все-таки придете на выборы, по каким критериям вы будете выбирать? Каким должен быть кандидат? Вот? Я думаю, кандидат как минимум должен хотя бы в какой-то степени выполнять то, что он обещает. Хоть что-то. А то у нас много обещают и ничего не делают.